В Беларуси сегодняшнего дня вырастут зарплаты. Так увеличатся тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого разряда всем бюджетникам. Проект постановления Совмина подготовлен по поручению главы государства и одобрен президентом. Так, педагогическим работникам и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение ставок на 20%. Доплаты врачей и медсестер повысят в размере 20-13%. Рост окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40 до 100%.